города, они играют вместе. Ох, то есть мы увидим достаточно много advanced техник, то есть на ВТФ тут у нас не получится, да, какую-либо опцию использовать. Да. То есть все знают друг друга, и я люблю, кстати, такие бои, когда вот как в случае с Кингушей только что было, когда он одной молнией просто затащил бой, просто потому что не знали, как Найтвингом подобраться к молнии. Итак, собственно, Бэтмена избивают его же враги. Интерактив сейчас. Так. Не очень хорошо начало для Бэтмена. Пропустил он. Вот тут важный момент, то, что Найтвинг, когда он использует экс-крутилку своего посоха. Найтвинг делает экс-крутилку своего посоха за метр. Это плюс на блоке, поэтому нельзя влезть. Так, прощается. Итак, тем временем Найтвинг, по-моему, просто явно доминирует в этом плане. Ну, это большое преимущество в плане прессинга. И как Бэтмен прессует, когда у него есть метр, и он использует свои экзобетаранги. Потому что Смог этого не делает. И я сомневаюсь, что сейчас будет какое-то преодоление. Камбэк. Да. Учитывая, что у нас очень много возможностей нанести чип дэмэдж. То есть есть у нас игры, в которых чип дэмэдж не наносится от нормалов, а здесь он... От нормалов тоже здесь не наносится. Здесь я хочу сказать, есть, что... Есть только на спешлах. Это бой кончился, да? Бой кончился? Ну просто чтобы не ждать, перезагрузили. Все, слава богу. Это чтобы не ждать, они перезагрузили. Немножко меня напугали. Я думал, это был баттон-чек. Ну, опять видно доминирование Найтвинга, используя интерактива. Дерзкий вейкап от Бэтмена, который не сильно ему помог. И раунд. Забрал раунд. В принципе, Раст очень сильный игрок, на самом деле. На прошлом плаву он напрямую составил конкуренцию Кингуши, который его выиграл. Поэтому с ним стоит считаться. Поэтому при этом не очень активно использует мышей, поэтому, видимо, не может приблизиться к Найтвингу. Ну, я на самом деле за Бэтмен пока ни одной такой более-менее хорошей комбо не увидел. Даже в том бою он вроде даже поймал его на ланчер. Я специально его пытаюсь уронить так, чтобы... Вот сейчас вот ресет идет. Да, нет. Это не сделал. Он ресет не делал. Надо было. Просто обычно Бэтмен делает экзовый крюк, потом ресетит. Почему-то смог этого не делать. Но хороший Перри. Перри очень юзабелен против Найтвинга, потому что у него почти все удары в экстриме, да. Это верхеда или миды. Лоу у него раз, что стафи, но... Чуть-чуть я восстановил, но сейчас они вроде на равны. Да, и у Бэтмена при этом есть вейджер, в отличие от Найтвинга. И метр есть, и мыши есть. В принципе, если грамотно сейчас все использует, то он может выиграть вполне. Вот кроссап. При помощи мышей дропнутая комба. Найтвинг пытается отзониться. Сейчас Найтвинг будет, скорее всего, пытаться зазонить. Опять же, вот, если кто не знает, когда два раза Найтвинг бьет по полу своим посохом, там плюс, опять же, у него на блоке, и нельзя ничего сделать, нужно сидеть и жрать дальше. То есть, нельзя... дропнул только что. Вот вейджер от Бэтмена. У которого нету никакого бара ни у кого. Ну, тут очень было важно просто ресеты. Ну, естественно, а то... Сейчас у меня опять же есть мышь, и один удар по сап. Посмотрим. Вот сейчас незапортая комба, и Бэтмен побеждает. Разыскивается владелец диска Soul Calibur. 1-1. Счет. Нет, карту не боюсь. Смотрю. Мой телефон был сейчас. Дай-ка я посмотрю. Никаких я нет. Ужасное мероприятие. Я говорю в течение, я уже повторюсь, 7 часов. Все потому, что напился один комментатор, а второй комментатор оказался малолеткой. Ну, зато он вас порадовал, да. Упустил этот момент. Наверное, было интересно. Ну, ты можешь это посмотреть в повторе. Флэш, он просто жёг. Это если будет флэш. Хорошо. Ставлю
всем приветики передает. Сейчас кончится бой, я зачитаю это вслух. Да. Подготовьте карандаши. Тем временем Найтвинг уже... Вот сейчас была опять же напрыжка с Бэтменом, что-то дропнутая комба. Жрёшь, как будто бы микрофон. Не хочу есть микрофон, мёд. Ну, неважно. Смок очень много дропает. В принципе, сегодня единственный, кто не дропал чего-либо, это, наверное, Кингуша. А там он дропать нечего было. Он одну комбу бой показал, по крайней мере, на стриме. Я не смотрел его остальные бои. Как он? Тут смок дропает, к сожалению. Сейчас даже был дроп, когда он сделал антиаир при помощи мышей, и потом... Не-не, я говорю про Кингуша. А, Кингуша, он никогда не дропает. Хорошо. Он машина. Он ресет. Это умные ресеты, как говорят. У нас... Итак, у нас... Ну вот, сейчас должен быть ресет, но почему-то... Ну вот, попытка ресета, как странно. Но ресет. Итак, у нас мышки не достигли цели. Мы... Скажем, не беспокойся. И все, она... Раста 48. Раста 48 побеждает, и ждем следующий бой.